Итак, новый день, не знаю, какой по счету, и мы отправляемся в новую страну, в Лихтенштейн, на дозаправку, скажем так. Погода стоит сегодня солнечная, дождя не обещают. Будем надеяться, что в конце дня мы планируем сходить в бассейн, как получится у нас все. Тоже вот дома странно, кажется, как будто бы они буквально поросли деревьями. А это люди на балконах высаживают растительность. Прям очень. Что-то British Petroleum меня не радует. 2.33. Черные номера.
двух сторон причем. Итак, мы приехали в княжество Лихтенштейн посмотреть, погулять. Здесь безумно красиво. Всю дорогу я показывала виды, как мы ехали сюда. Здесь горы везде, здесь дико круто. Прямо сейчас здесь очень жарит солнце. Сегодня очень тепло. Настя говорит 24,5 градуса, но по ощущениям, что здесь 34,5 градуса. На солнце. Папа поехал парковать машину, а мы идем сейчас к центральной площади. Будем там тусить. Еще у нас в планы входит починить сегодня колесо, которое у нас пускает здесь. Но пока что это гараж закрылся на обед. У них здесь есть обед час, и поэтому мы пока будем гулять, а потом отвезем машину. Коротко о княжестве. Язык здесь государственный немецкий. Валюта швейцарские франки. Посмотрите, да. Главный здесь сидит князь. Не помню его имя. Ну, короче, он себе отхапал всю власть. Почти. Ну, и здесь есть такое понятие, как парламент, который тоже там принимает законы и все-все-все. Но у него очень большие полномочия у князя. Он, если что, может и законы эти и отменить, и парламент распустить. В общем, что хочет, то и делает. Так что вот краткая история. Пошлите. А на Торговом, да, фонтан. Музыкальная школа, кстати, где-то тут, потому что это так, там написано. И вот пойдем смотреть туалеты. Вон наш папа уже. Вот там вот на горе замок находится. А вот это, предположительно, мьюзик-школа, а вот и мьюзик-сцена. Банк Лихтенштейна. Он информационный центр. Костюм мальчика. Что? Это костюм мальчика. А первая ты была в костюме девочки. Да, вот девочка. Теперь ты в костюме мальчика, Лера. А Настя девочка. Такие смешные вы. А там королей и королев не пойдете? Ты самая большая королева. А ты маленькая королева. А ты какой-то поп. Наверное, король. Настя в королеву не влезает. Какой-то проход. Тут ничего. Ты куда пришла? Посмотри, что это раньше было. Ничего это раньше не было. Сокровища. No, don't zone.
Наверное, сюда приезжает много русских туристов. Аршавкин, Аршавкин, спасай ворота. Краснушка. Так жарко будет, давай, вперед. Можно, давай. Ну, заткни. И вот я, а просто мокрая. Это, кстати, столица города Лихтенштейн, Вадус. Вон тут тоже эти человечки, которые смотрят. Синий и красный. А вот, собственно, Лихтенштейн знаменит своими марками. Вот они у них даже на асфальте. Вот. Смотрите. Вот еще. Тут еще странный памятник и куча-куча часов. Это привет из Швейцарии. Вот опять почему-то кони. Это ратуша. Мы уже выяснили, что Ратхаус по-немецки – это городской холл. О, смотрите, вот это чудесатые дома. Конечно же, я так и думала, что мой ребенок сядет в кресло. Очень горячий. Шпильварен. Игрушки, Шпильварен. Мы шли-шли, и я думаю, о, это мост, а это река, а здесь, оказывается, виноградник, представьте, в середине города. Вот так. Вот там вот возвышается замок Вандуза. Они посмотрели, там ничего интересного нет, говорят, идем обратно. А я даже не дошла до туда. Еще кое-что. Сегодня 16 августа, вчера 15 августа княжество Лихтенштейн отмечало свой день независимости. Поэтому там вот, вот там вот сцена еще стоит. И какое-то было гуляние здесь народное.
сейчас идем. Здесь как будто бы какие-то кампусы. Вот сейчас мы посмотрим, что на вывеске написано. Кирчстрассе. Вот. Фюрштенум Лихтенштейн. Foreign Affairs. Нет, это не университет точно. Это Министерство иностранных дел какое-то. Ну, очень милый городок. Сказать, что это государство, у меня рука не поднимается, но городок очень милый. Мне нравится его месторасположение среди гор, красиво. Единственное, что здесь не хватает, это воды. Какой-то большой-большой воды. Аухоф. Нас пропускают. Пришли в магазин в Лихтенштейне. Сейчас будем смотреть быстренько до серединки. До серединки. Там школа, да? Отлично. Вот. Сейчас будем интердискаунт. Магазин тут есть тоже. Сейчас посмотрим. Здесь сделаем видеоблог. Отдельная доска за 800 франков. У других людей, которые здесь новые, тоже нету. Так, ну, тут магазин одежды. А внизу магазин еды. Туалет. Туалет, Валерия. Надо? Смотрите, какая прелесть. Как будто вода течет. Может быть, это вода и есть. Очень, очень богатый Subway. Прям выглядит шикарно. Да? Да. Смотри, видишь, оно длинное. Это вода и есть. Видишь, смотри вниз. Угу. Это вода. Будет самое место. Дрогери. Это, наверное, типа дрогас по-латышскому. Да, так как у нас, кстати, в Англии примерно. Помодоры. 7,95. Нет, тут 3,4 килограмм. Это они? Нет? А, это вот там. 3,95? Да. 4 килограмм. Сходу. Ну, так немножко побольше, да. Давай смотреть, что у нас тут еще есть. Салат. Не знаю, сколько этот салат. Айсберг стоит 1,95 фунта. Да. Настя, не балуй. Так. 2,40 стоит. Нет. 1,40 стоит банан. Что там с два огурца? Такие два огурца. 3,10. Опять по 1,5 фунта они, да? Огурца. 1,80 фунта огурец. Тут еще дороже, чем в Швейцарии. Да. 3,10. Уверена, что тут у нас? Тут томаты. 4,70. 4,70, понятка, 350 грамм, нет, да. Нет, 4,70.
цены в Лихтенштейне совсем не дешевле, чем в Швейцарии. Ну вот как и там, я говорю, пол-литра йогурта можно прям за фунт 95 купить и радоваться жизни. Вот вам яйца 7,85. 3. Мне кажется, мы купили их за 2 евро, что ли, в Германии. А здесь они стоят 7,85. Хотя вот есть и 3,10. 4 яичка стоят 3 франка. 4 яичка. 2 яичка стоят 2,95 цветных. Ну, замечу, смотрите, био-яйца, не знаю, что это значит, натурплан. Это у них типа очень-очень полезные, да, для натурпродукт. Стоит 4,95, а вот 4 вареных 2,65. Я думала, там 6. Вот. Гауда 1,95. Вот сыр, смотрите, да, Гауда папин, он 95, он очень любит. Вот такой сыр у нас продается, английский чеддер здесь продается, здесь 4,40. Ну, у нас за 4,40 можно кусочек гораздо побольше купить. Вот это можно, вот это взять, и приготовить. Кубе вот это можно взять. Да, надо можно взять. Это приготовить. Ну, вот примерно такие цены здесь. Печеньки Орео. Мы их покупаем за 60 копеек со скидкой. Без скидки они стоят фунт. Здесь 2,75. А здесь еще новый ремикс. У нас тоже такой есть ремикс. Крем мы покупаем у нас за 2 фунта. Здесь 6,95. Дальше за фунт с копейкой я покупала помадку. Вот, вот эту, да. Здесь она 4 фунта стоит. Так что, ну, ребятки, это я покупаю за фунт 50 для снятия макияжа. Ну, вот примерно такие цены. Теперь неудивительно, что здесь вот лак. Сейчас найду, где. У нас в любом магазине можно купить его за 4 фунта. Здесь он стоит 10,90. Так что 40 фунтов за маникюр – это ок. Ну, только что сидела, читала, почему же такая дорогая Швейцария. Оказывается, что когда импортируют товары в Швейцарию, то импортеры завышают цены. Но было также сказано, что техника не такая дорогая. Так что, ну, 400. Тут, конечно, надо смотреть каждый. Вот, кстати, мне вчера такое дали бесплатно, здесь 5,95 стоит. Ну вот так, а на пароме 4 фунта. Да. Так что техника не такая дорогая. Сейчас посмотрим. Ну вот, смотрите, так, для сравнения, Samsung Galaxy Tab 8, 11-инчевый, 699,90. Потом дома будем сравним. Так что... Вот лаптопы. Вот такой лаптопчик 6900. Надо, конечно, так, ну, скидку-то и не скажешь. Но, в принципе, наверное, так. Когда смотришь, и не кажется все такое большое. Вот когда смотришь на телевизор, на ценовую политику, да, не бросается так глаза, да, как продукты, что там мороженое в 3 раза дороже. Вот Samsung вполне, ну, я допускаю, что он у нас стоит 1000 фунтов, нет? Или вот, допустим, это Boss, этот, это было, как называется, 400 фунтов. Ну да, он столько и у нас, наверное, где-то стоит. Вот смарт-часы, давайте. Гармин. Так, Гармин. Ну вот, 400 фунтов. Гармин Инстинкт Solar Black. А вот мои. Мои часы Вену 2. Чисто абсолютно мои.
если покупать... Ну, сейчас, наверное, они уже подешевле, а так они стоили тоже 340 фунтов. Так что... Ну, как фишки стоят по 50 фунтов? Да. Смотрите, старинный домик. Карандаши. Там падает. Да. Вот их огород, кстати. Да, это просто травка. Не, вот их огород. Только что починили колесо в Швейцарии. У нас была дырочка. У нас получилось 61 франк за одно колесо или 56,51 фунтах, если. Что? Лера с папой доплыли до вышки, и теперь они будут прыгать. Ну вот посмотрим, с какого. Пока что они на втором уровне, вот на той вышке. Пойдут ли они выше? Нет, стоят, смотрят. Боятся. Смотрите, кто здесь. А тут у нас пока выплыла на берег русалочка. Вот у нее хвост. Так. Так. Папа прыгнул. Лера прыгает. Ей! Лера прыгнула только что со второго уровня. На третий они побоялись идти. Сейчас плывут обратно на вышку. Лера с папой уже наверху. А Лера слезает. Вернее, папа наверху, Лера слезает. Лера боится. Трусишно. Ну, там страшно трусишно. Ну,
Стоят. Страшно. Ползет пацанчик. Папе страшно тоже. Лера рискнула наверх лезть. Мальчик прыгает. Другой. Папа уговаривает Леру. Давай, Лера. Давай. Смайл. Мам, почему папа не боится? Папа боится, он мотивирует Леру. Ну, давайте. Молодцы. Смайл. Они прыгнули, они сделали это с самого верху. Не знаю, кто из вас видел или не видел. К сожалению, прыгают они в другую сторону. Если бы в нашу сторону было бы нам виднее, но вот так. Мама, пока он там вот, и она пытается... Она уже прыгнула на первом этаже, на втором. И сейчас на последнем питается. Это самый страшный, но это дико прикольно. А вот Настя, давай, покажи! Уй! Иди туда и греться! Мама очень боится. Ну, там очень страшно, когда ты смотришь вниз. Там такое чувство, что ты сейчас там, не знаю, сверху дома прыгаешь. Вот. Настя, прыгни там! Вот на черный ты. А потом еще на первый. Тут. Пойдешь? Где? Прыгать вон там, на этой черный. Парапет. А на первом. Нет. Но. Я вам покажу что-нибудь. Иди пока погрейся, Настя. Так, давай. Папа уговаривает маму, но она боится. Не готова прыгать. Ну, папа готов, а мама боится. Она решает, делать ли мне это или не делать. Ну вот, но мама говорит, я не хочу. А папа говорит, давай. Давай, ты можешь. Ну вот, давай. Так, давай. Видишь? Вот, они прыгнули. Turn left onto Denkmalstrasse. Ищем льва. Панорама of the Alps. Думаете, что это такое? Висели собаку? Собакам нельзя в туалет. А вон лев. Лев. Раз там... Ко льву собакам нельзя. Нет, он уже мертвый. Ой, боже, я думала, он гораздо меньше. Вот мы и нашли льва. Мы шли-шли и нашли. Осторожно, здесь пруд без ограждений. Вот он, мертвый лев. Я пошла считать.
нужно было бы, наверное, каким-то образом. Вот один из расписных домов в Люцерне. Вот таких фонтанчиков тоже миллион. Они питьевые. Наши зрители, Валера, уже знают об этом. Может быть. Мы тоже об этом знаем. Откуда, интересно? Некая... Да, Нюша. Это Нюша. Да, некая... Это Нюша сказала нам. Мы на этой площади ходили днем, вот вам она ночная. Мы тут не ходили. Ходили. Потому что делали, чтобы ты не стрясал фотку. Почему? Можно же задрать ISO большое и поставить выдержку нормальную и не стресс. Обиделась.